Местные жители рассказывают, улица Аксакова в последнее время превратилась для них в полосу препятствий. Асфальт был в трещинах, тротуары в выбоинах. В этом году улицу полностью обновили на участке от Урицкого до Чернореченской. Сначала восстановили дорожное покрытие, затем привели в порядок тротуары. Уложили песчаное асфальтобетонное покрытие толщиной 5 сантиметров, поставили новые знаки, нанесли разметку на ближайшем перекрестке. Жители радуются переменам. Пока что еще в процессе, но думаю, будет очень хорошо. Давно уже здесь асфальт не менялся. Были кочки, ямки, выемки. Ну, здесь по-другому все сделали. Улица Аксакова – одна из дорог, которые приводят в порядок на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же реконструкция предстоит 8 улицам в районе Крымской площади. Ремонт комплексный, его ведут круглосуточно. На тех участках, где работы завершены, ставят дорожные знаки, пешеходные ограждения, наносят разметку. В порядок уже привели 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. А площадь обновленной пешеходной зоны составит 7 тысяч квадратных метров. Работы почти завершены. Выполнена замена бортового камня, фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя. За качеством работ постоянно следят дорожные службы города и общественники. Завершить ремонт дорог около Крымской площади должны в начале октября. Подрядчик работает с опережением графика. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События.